мы же должны задать вопрос, а что в Украине строят американцы вместе с европейцами? Что они хотят создать в Украине? Они хотят создать традиционное государство европейского типа, чтобы оно было, ну, как бы, честное, порядочное, без коррупции, ну, то есть все это дело. Ну и, конечно же, нищеки в виде налогов. Но мы когда задаем вопросы, а что украинцы рядовые получат от того, что нам построят здесь американцы и европейцы? Я сейчас не против них, я за них, потому что я против России, то еще хуже, они нам олигархический строй строят. А эти нам строят стандартное европейское общество. Но проблема в том, что нищее население не разбогатеет в таком европейском сообществе. Никак, ни под каким соусом.